Есть у меня такой радиопередатчик старый. Вот что тут можно полезного взять. Вероятно, тут надо предохранители ставить, может, тогда заработает. Вот тут катушки, вот такие вот длинные, такой феррита можно взять. Я думаю, тут его чинить нет смысла. Вот что тут написано, что он раньше тут делал. Это вот фишка, это чисто для веселья, она тут ничего не меняет. Тут они. Вот. Москва, Рига, Гельсинг, Берлин, Лондон, Рейкьявик, Азорские О, Радио Дежан, Ла-Пас, Нью-Йорк, Мехико, Мексико, Денвер, Сан-Франциско, Тбилиси, Ашхабад, Ташкент, Барнаул, Иркутск, Чита, Хабаровск, Магадан, Камчатка, Надыри, Гонолулу. Вот тут еще всякие диапазоны. Приемник Салут 001, типа Сапит 0. Вот диапазон ДВ, длинные волны 150-350 кГц, средняя волна 1525-880 кГц, средняя волна 2880-1605 кГц, короткие волны 1,3,45-5,8 МГц, короткие волны 2,5,9,6,2 МГц, короткие волны 3,7,17,35 МГц, короткие волны 4,9,5,9,8 МГц, короткие волны 5,11,7,12,1 МГц и ультракороткие волны 65,8,73 МГц. Сделано в СССР, цена 343 рубля. Внимание, опасное напряжение. Запрещается включать в сеть со снятой задней крышкой 50 Гц предохранитель 0,25 ампер. Вот предохранитель. Может его, если вставить, то заработает. В какой-то мере думаю, может, не надо разбирать. Тут вроде бы вот эти все работают. Тут АКВ, средняя, длинная волна. Вот КВ-5, КВ-4, КВ-3. Тут вот какие. Вот кнопки всякие. В то время уже светодиоды были. Вот тут. Ну вот эти уже поломаны. Что-то они ничего не будут. Тембр на чеках. Вот эта громкость, вот как бы не очень они его нужны. Вот я пробовал 12 вольт включать, так вот что включалось, так вот эта кнопка только к батарее. Вот. Включал, тогда вот тут появлялось плюс 5. Могу показать. Но что-то не фиксируется. Вот тут. А, и вот тут вот батарея, сеть, вот нужно сеть отключить и включить, наверное, батарея. Наверное, вот там
где 12 вольт, это то самое, что батарея. Вот тут вот 12 вольт. Как, чтобы она включилась. Что-то тут заработал. Ну, тут многофункциональное радио было. Такую программу хочешь, вот такую включаешь, а хочешь эту потом. ОКВ-4, вот. Короткие волны 4, где тут короткие волны 4, вот тут. И вот. Когда тут крутить надо. А вот тут вот, вот крутишь. И настраиваешь частоту. Потом, например, средние волны 1. Вот эту кнопку включаешь. Смотришь, вот средние волны 1. Насколько я понимаю, вот эту частоту крутишь. И вот настраиваешь вот этим переключателем. Вот что тебе надо. Начало даже было. Ну, наверное. Наверное, даже не стоит тут ремонтировать, если даже поремонтирую, все равно тут вот и тут вот что-то проблема. Громкость потом не будет. Уже, наверное, надо ее разбираться и не жалеть. Это так буду скапливать барахло. Ну как бы нужно уже, она свое отслужила. Немножко сейчас поглядеть, что там на частотах таких можно поймать. Мне такие регулировки нравятся, когда крутишь и регулируется, не то что на современных там с этими кнопками и плюсиками держать надо и тогда регулируется. Вроде бы я так на
потом что может? Потом применю когда-нибудь. Наверное, потом никогда не применю. Потом будет как барахло лежать.